Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Meizu M8 можно включить таймер в камере. Что мы для этого делаем? Заходим в камеру. Далее нажимаем вот сюда и выбираем таймер 3 секунды или 10. Давайте выберем, например, 10. Нажимаем на сделать фотографию. И теперь ждем. Как видите, фотография готова. Если вам вдруг интересно, как выключить таймер, просто нажимаем еще раз сюда, пока не написано обратный отсчет выключен. Пробуем. Действительно выключено. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!